Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный и быстрый десерт – конфеты из трех ингредиентов. Рецепт в описании под видео. Печенье савоярди измельчаем в крошку. В крошку добавляем сливочный сыр, крепкий кофе, все хорошо перемешиваем. Из полученной массы делаем конфеты. Обваливаем в какао. Конфеты готовы. Ставим в холодильник для полного застывания. Желаю всем приятного аппетита, удачного дня. Заходите к нам на канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Пока-пока.